Привет. Оскар Уайльд, кажется, говорил: «Мне много не нужно, достаточно всего лишь самого наилучшего». Меня зовут Андрей Цветков. Вам я известен, скорее всего, как Андрей Цветков, либо неизвестен вовсе. И я посмотрел прекрасный фильм «Материнский инстинкт». Ну и, конечно, спешу им с вами поделиться. Итак, две семьи дружат домами. Полная идиллия, прекрасные семьи, замечательные дети. В один ужасный момент ребенок героини Энн Хатуэй гибнет. Несчастный случай. Далее нас погружают в атмосферу подозрений. Героине Честейн кажется, что ее подруга хочет убить ее ребенка. То ли в отместку, то ли из зависти. Но у Хатуэй такие нежные, такие честные глаза. Тебе нужно отделять горе от вины. Какой вины, Элис? А героиня Честейн немного страдает психическими отклонениями. А это ее слова? Или твои? Однако факты, факты вещь упрямая, как говорил Глеб Егорыч. Шел вон отсюда. Но факты свидетельствуют в обе стороны. В общем, интрига держится мастерски и довольно долго, а потом благополучно разрешается. Ну, благополучно в каком-то смысле, и, конечно, не для всех героев. В общем, интриги я, надеюсь, нагнал, а спойлерить не буду. Хотя всем известно, что убийца Дворецкий. Оставь мою семью в покое! Прекрасный пример фильма, в котором разыгрывается локальная драма в очень ограниченных локациях. Хороший режиссер мастерски выстраивает повествование, нагнетает напряженности, до последнего держит в неизвестности. Понятно, что исхода два, но определиться в исходе у меня лично не вышло, пока режиссер не выложил все карты на стол. Но даже когда он выложил карты на стол, интрига продолжала сохраняться. В главных ролях одни из главных творцов прекрасного – Энн Хэтуэй и Джессика Честейн. Две великолепные, без преувеличения, актрисы. Очень точные образы, внутренние переживания, замотивированные действия. Просто прелесть. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Ну и замечательно точно прописанный сценарий. Возвращаясь к Оскару Уайльду, ключ к успеху хорошего фильма очень простой. Надо сделать все очень хорошо. Делов-то. Берите, пользуйтесь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты. Подписывайтесь на Boosty и Donut Alerts. Карта Сбера, если хотите накормить меня супом. Ну и Telegram. Пока.